За последнюю неделю состояние грунтовой дороги на острове Русский заметно улучшилось. И неспроста. В начале весны грунтовое дорожное полотно покрылось глубокими ямами и лужами, что значительно осложнило транспортную обстановку Русского. Глава Владивостока Виталий Веркиенко поставил задачу привести дороги в порядок. Однако спецтехника подрядчика на острове так и не появилась. Глава города поручил расторгнуть контракт и отправил исправлять ситуацию муниципальное предприятие содержания городских территорий. На острове Русский сейчас МБО СГТ организована база с участками, то есть персоналом, с специализированной техникой по содержанию грунтовой дороги. До текущего ремонта количество обращений от жителей островных поселков в интернет-приемную администрации Владивостока росло как на дрожжах. Сейчас же островитяне высказываются в отношении дорожной ситуации более лояльно. Как бы не до конца, но делают все и убираются, увидите. Яма на яме, прям как это, доска была. А сейчас смотрим, двигается все, и ездят трактора, и машины подсыпают, молодцы. Вот сейчас вот сделали качественно. Хорошо, что вернули ДЭО, то есть это очень здорово. Потому что когда своя рабочая служба, это лучше, чем когда приезжают с города, тогда, когда они считают это нужным. То есть, а так вот все делается сейчас хорошо, приятно очень. Сейчас на острове работают 12 единиц техники и 15 рабочих. Все еще продолжается грейдирование дороги. Рабочие создают виражи и уклоны, необходимые для отвода поверхностных вод, а также устраняют заболоченные участки, осуществляют подсыпку скальными породами, нарезают кюветы. К слову, для восстановления профиля дороги уже отсыпано более 1500 тонн грунта. Евгений Черемухин, новости на восьмом.